Понад 1 мільярд гривень на городян, точніше на департамент охорони здоров'я Дніпровської міськради. Скільки з цієї суми на зарплатню, а скільки саме на розвиток медицини? І чому громадські організації та депутати пропонують нові масштабні програми? Про грані нашого з вами життя говоримо прямо зараз. Мої гості – це член правління громадської організації «Журавушка» Алла Берчук, голова громадської організації «Незалежна асоціація журналістів» Іван Красіков. Також до нас приєднається депутат Дніпровської міськради Олександр Лигін. Він прямує до нас і буде з хвилини на хвилину. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Іван, ми з вами зустрічались останній раз, коли ви ініціювали кампанію «Дніпр без болі». Давайте спочатку поговоримо об этом, потім уже детально пройдемося по всім програмам. Що таке «Дніпр без болі» і чому ви вважаєте, що в Горсовєті недостатньо програм по здравоохраненню? Діло в тому, що є різні категорії хворих у нас, і есть такие категории, у которых ограниченный прогноз жизни. Это так называемые, называется это паллиативные больные, тяжело больные, неизлечимо больные люди, у которых уже поставлен диагноз, что им, возможно, осталось жить недолго, и очень сложная ситуация у них, и этим людям нужна специальная поддержка, лекарства, наркосодержащие препараты. И очень долго у нас в стране таким людям, в принципе, государство практически не уделяло внимания. У нас сейчас все изменилось? Последние 5-7 лет при поддержке международных организаций, международных доноров, в частности, Международного фонда Ведроджения, который является нашим партнером и партнером организации регионального отделения ЛЖВ, людей, живущих с ВИЧ, здесь мы реализовываем сейчас проект, который направлен на поддержку таких людей. И первое, что мы хотим сделать, да, найти диалог, прийти к диалогу с властью по поводу принятия соответствующих нормативных документов, которые позволят оказывать реальную поддержку таким людям и их семьям. И, собственно, информационная гражданская кампания «Днепр без боли», она ориентирована прежде всего на этого. У нас есть наши партнеры, кроме международных партнеров, да, есть организации в других регионах, у которых есть успешный опыт по реализации таких программ. Это, в частности, организация «Шанс» в Сумах, региональное отделение ЛЖВ в Кировоградской области, в Ровенской области, гражданские организации в Харькове, в Виннице, в Черкасах. Во всех этих городах и областях программы паллиативной помощи приняты и выделено на них финансирование. И выделяется финансирование уже не первый год, и оно реализуется по-разному. То есть у нас с этим проблема? Конечно. И на данный момент тоже. На сегодняшний день мы вынуждены констатировать, что в нашем городе, в нашей области и в ряде других областей бюджет не видит паллиативных больных. Но по области есть же какая-то программа паллиативной? Есть программа, есть программа здоровья населения, есть программа здоровья области, но очень трудно понять, во-первых, в программе здоровья населения города не предусмотрена соответствующая поддержка для таких больных, и нет конкретных мероприятий, не указаны конкретные мероприятия в программе области. И мы хотим, чтобы эта ситуация поменялась, потому что, в принципе, на этом в том числе и настаивают международное сообщество, чтобы наша, собственно, медицина и наше общество стало более цивилизованным. На самом деле, внимание к неизлечимым больным, как, собственно, и к онкобольным, к ВИЧ-инфицированным, к больным туберкулезом, гепатитом, это признак цивилизованности, признак соответствия европейским принципам, стандартам, да, страны, конкретных регионов. И сейчас, на сегодняшний день, и Министерство здравоохранения, и международные партнеры Министерства здравоохранения, они одновременно и наши партнеры, они настаивают на том, чтобы именно в регионах принимались такие программы. И не только такие программы, но поскольку таких программ нет, таких мероприятий нет, то нам важно, чтобы эти программы были. Выделялось на это соответствующее финансирование, направлялись усилия соответствующие на это, и чтобы ситуация менялась, чтобы власть поворачивалась, не поворачивалась спиной к таким людям. Алла Владимировна, расскажите о своем центре, о своей
общественная организация, да, вот «Журавушка». В принципе, название такое, как схоже с детскими садиками. Скажите, чем вы занимаетесь? Мы занимаемся «Журавушка». Это как символ дома, символ семьи, символ чего-то самого близкого и самого родного. Вот уже 15 лет наша «Журавушка» здесь парит в Днепропетровске. Мы волонтеры, мы ходим в палаты, общаемся с теми больными, которые прооперированы или которые готовятся к операциям. Это и рак молочной железы, и другие онкологические... А вот в плане вы ходите, что имеется в виду? Вы подбадриваете, что мы вы делаете? Мы подбадриваем, потому что, когда человек перенес сам такое заболевание и имеет уже какой-то опыт, то когда мы приходим вот такие красивые, стройные к больным, то они сразу даже не могут понять, что пришли такие же самые люди, как и те, которые лежат в палате. У нас проводятся круглые столы с врачами, которые могут ответить на вопросы больных. Есть, значит, у нас... То есть с вы нами... даже можете ответить на вопросы больных? Ну да, вот именно то, что мы вот перенесли, и как мы за то есть это... по адаптации, да, по адаптации, угу. По реабилитации, или по тому, как мы сами себя чувствуем, и как мы сами себя вытягиваем из этого состояния, потому что врач сделал операцию, все нормально, дальше идет химиотерапия, облучение, и человек просто в панике остается сам как бы с собой, и приходя, допустим, к нам на группу, с нами работает врач-психотерапевт Лагутина Елена Ивановна. Раз в две недели мы встречаемся, общаемся. Раз в месяц, вот с марта месяца, у нас уже работает школа пациента, которую тоже ведет Елена Ивановна, и приглашаются врачи. Но каждый месяц получается, что разная тема, разные вопросы можно задать. То есть, когда врач сделал операцию, он занят уже другим больным. Алла Владимировна, да. Скажите по поводу вот волонтеров. То есть, это те люди, которые перенесли, перенесли болезнь? То есть, они не понаслышке об этом нет, знают? Нет, нет. И помогаете ли вы больным, паллиативно больным? Ну, по мере возможности, если возникают такие вопросы, то мы, конечно, помогаем. Если к нам обращаются люди, которым нужна эта помощь, мы обязательно ходим к ним и тоже помогаем. И вот из своего опыта, скажите, бывало ли такое, в основном все, которые болеют вот такими болезнями, как вы назвали, онкобольные, да, это очень дорогостоящие препараты. Как правило, люди хватаются за голову, не только услышав диагноз, но еще и представив, какая-то сумма. И вот насколько реально выжить, даже вот если без значительных затрат, то есть если нет денег, есть ли шанс на выздоровление? Есть, потому что я знаю людей, которые вот переселенцы, они прооперированы, и по возможности все эти препараты, которые нужны на операцию, то центр помогает. И прямо сейчас к нам присоединяется депутат городского совета Днепра, это Александр Лыгин, который, собственно, вместе с Иваном Красиковым инициировал программу, которая называется «Днепр без боли». Александр хоть и не входит в профильную комиссию бюджетную, не входит в комиссию, которая занимается здравоохранением, тем не менее вы предлагаете тоже «Днепр без боли» и тоже предлагаете помогать паллиативно больным, правильно? Ну, безусловно, потому что данная проблематика... Она не только медицинская, не только медицина, но это и гуманитарный вопрос. И мне кажется, любая жизнь нашего жителя, нашего города ценна, и поэтому этим вопросом надо заниматься. Александр, буквально недавно были общественные слушания, как раз отчитывался департамент здравоохранения горсовета, если я не ошибаюсь. Присутствовали ли вы на этом обсуждении? Знаете ли вы, сколько денег в этом году выделяют, в следующем году планируют выделить на здравоохранение? Вы, наверное, имеете в виду обсуждение бюджета, да, да, на бюджетной комиссии, да.
Ну, смотрите, дело в том, что цифра там обсуждалась, около 1 000 000 000 гривен будет выделяться на здравоохранение в этом году по тому бюджету, который мы видели. Но... 1 000 000 000. 1 000 000 000, да. Но вопрос в том, что сегодня, если я не ошибаюсь, была озвучена, ну, напечатана новая редакция бюджета в связи с изменениями минимальной заработной платы. И наверняка там цифры как-то откорректируются. Мы сегодня приглашали Евгению Михайловну Дедятковскую, для того, чтобы она пришла и рассказала о том, что планируется в департаменте здравоохранения. Она как раз глава профильной комиссии депутатской. Но, к сожалению, она не смогла присутствовать. Тем не менее, она передала нам данные. И вот здесь 1 000 000 000 91 000 127 000. Это в общем выделяется на департамент здравоохранения. Да. Из этого... Защищенные статьи расходов, да, составляют, ну, чуть ли не, почти все. Да, практически все. Да. То есть у нас на медицину остается сколько? Чуть больше 16 миллионов гривен. Ну, там очень, скажем так, там очень такие узкие цифры получаются. И вот если так вот абстрагироваться и посмотреть на бюджет здравоохранения, то это получается средства, которые заложены на содержание больниц, на оплату штата сотрудников, ну, врачей. И около 100 миллионов, если я не ошибаюсь, закладывается на оплату коммунальных услуг. Поэтому, ну, скажем так, есть большие опасения о том, что следующий год станет каким-то прорывным в здравоохранении города. Опасения? Ну, естественно, если нет... Если нету... Прорывным или провальным? Ну, если мы позитивно мыслим, да, то мы хотим каких-то хороших, положительных изменений. Но когда ты смотришь структуру расходов в бюджете, то есть такой сдержанный, очень сдержанный оптимизм. Вы по своему опыту скажите, да, вот действительно, здесь заложено, вот в тех данных, которые предоставила Евгения Дедятковская, тут заложено 1600 минимальная зарплата. 1600, как будет с 1 декабря. А скажите, ну вот действительно, с 1 января планируют, что будет заработная плата 3200. А откуда будем брать деньги? Ну, то есть я понимаю, что сумма значительно возрастет после этого. То есть не говоря уже о развитии, вот на защищенные статьи расходов. Смотрите, бюджетный процесс, он, знаете, как нельзя смотреть на одну статью расходов, вот просто вот есть здравоохранение, на нее цифра и все. Значит, у кого-то заберут деньги? Безусловно, кто-то, у кого-то будет что-то забирать, и это вопрос к доходной части бюджета, насколько эффективно будет работать система, когда доходы, которые предназначены для бюджета, будут попадать в бюджет города. Иван, мы говорили с самого начала, пока не было Александра, о паллиативной помощи. 16 миллионов гривен на Днепр, на финансирование, то, что вы уже называли, здоровье Днепра. Еще как, вот можно ли на 16 миллионов гривен профинансировать несколько программ масштабных? Я думаю, что нет. Сколько денег нужно для того, чтобы вот Днепр без боли, та программа, та компания, которую вы инициировали, чтобы она заработала в полной мере, как вы то представляете? Смотрите, для этого в первую очередь нужно сотрудничество четкое с департаментом здравоохранения. Мы приблизительно посчитали цифры, которые соответствуют данным других областей. Да? С приблизительно таким же количеством населения. И по области берете, не по городу? И городов тоже. Но дело в том, что у нас город большой, который имеет такую программу, да? Это только Харьков. И всех городов Украины. И сколько там денег на это выделено? Вот я вам сейчас точно не скажу, но я знаю, что в суммах выделено 23 миллиона. Это по области? Это по области. В суммах в области проживает 1 000 000 человек. В городе Днепре проживает тоже 1 000 000 человек. На Сумскую область выделено. Это при том, что мы же должны понимать, да, что там же несколько таких учреждений специальных, да, работает. Выездные группы, которые там работают, да, там есть расстояние определенные, которые они как бы... Ну, речь идет о том, что на самом деле такие программы, они привязываются, ну, к количеству жителей, количеству, ну, к смертности, да, грубо говоря, потому что есть формула Всемирной организации здравоохранения, которая рассчитывается там от количества, собственно, меньших от болезней, да, приблизительно там 60-80% в зависимости от заболевания. Вот, как бы, и, ну, тех людей, которые нуждаются в такой помощи, паллиативной помощи. И, собственно, из этого все программы, которые принимались, исходили. Ну, в Кировограде, например, в городе Кировограде, да, там пошли немножко другим путем, там программа эта принимается сейчас, да, вот они выделили в этом году только на закупку лекарств 500 тысяч.
Вы расскажите подробнее, потому что паллиативная помощь – это помощь тем, кто считается, как бы это грубо ни звучало, неизлечимо больным. Кто входит в эту категорию? Вы упомянули ВИЧ. В основном, смотрите, это разные заболевания могут быть. Да, это онкологические заболевания, это сердечно-сосудистые заболевания, это заболевания неврологические, то есть почки, вот, например. У людей, у которых там почечная недостаточность, собственно, вот у них как бы последняя стадия, это уже, смотрите, все эти вопросы определяют медики, да? Что осталось, сколько осталось. На самом деле паллиативная помощь, она направлена не только на поддержку, а она в какой-то мере направлена еще и на продолжение жизни. То есть мы должны разделять хосписных больных и паллиативных больных, да? То есть наша программа, то, что мы хотим делать, она прежде всего направлена на тех, кто, по сути, лечится в домашних условиях, ну, как бы, пребывает в домашних условиях, да, потому что как бы... И программа направлена, то есть вы хотите, чтобы были какие-то средства, то есть деньги, конечно, которые выделялись бы на медикаменты, конечно, на примере Кировограда. В том числе на медикаменты, на выездную организацию выездных бригад, как это есть сумма в Кировограде, в Полтаве, в Харькове в том же, да, собственно, на саму инфраструктуру такой помощи, да? Чтобы она была создана, чтобы она работала, и чтобы она работала эффективно, прежде всего. Сейчас, секунду. Алла Владимировна, я еще хочу уточнить. Вы говорили, что вы приходите к таким больным и помогаете им, рассказывать по собственному опыту, что происходит, как реабилитироваться после этого перенесенного заболевания. А с вами работают какие-то психологи? Потому что ведь тоже нужно найти слова. Ведь вы придете, я себе слова представляю. Я сразу сказала, что у нас группа наш психолог Лагутина Елена Ивановна. Да, но она одна не справится же с этим. Нет. Я же говорю, что на группу приходит обычно где-то человек 10-15. Вот мы общаемся. Вот. Потом мы идем уже в палаты. В палаты бывает, там вот самая большая палата на Гавриленко 1, там лежит 10 человек. Следующие палаты там по 6, по 4, по 5. Значит, наша группа «Журавушка» разделяется на 2, на 3 человека. Мы заходим в палату, рассказываем, кто мы, что мы и что мы можем дать. Если у человека возникают вопросы, они нам задают эти вопросы. А какие вопросы чаще всего возникают? Почему это со мной случилось? Почему это произошло? Почему я? Ну, а потом уже такие более жизненные. Почему? Как быстро вырастут волосы после химии? Как жить дальше с этим? Ну, в общем, рассказываем свои истории, как мы выживали в свое время. Получается, у нас нашей журавушке, как я уже говорила, 15 лет, а я уже 14 лет в журавушке. Так что благодаря журавушке, благодаря психотерапевту, благодаря тем людям, которые сделали операцию, прохимичили, прооблучали, я вот живу уже 15-й год. Поэтому вот желаю всем... Александр, вы хотели дополнить Ивана, насколько я понимаю, но у меня еще к вам будет отдельный вопрос. Да, поэтому сначала вы дополняете, да? Нет, что вы задавайте вопрос. Вот много говорим, программа нужна, я понимаю очень. Но внесены ли какие-то конкретные предложения уже в горсовет? Смотрите, программа, она предполагает наличие, скажем так, статей, по которым будут действия и идет финансирование. И вот то, что все мы сейчас проговариваем, и это мобильные бригады, и обучение, и какая-то вот разъяснительная работа, плюс покупка лекарств, это все в комплексе и является составной частью самой программы. Поэтому то, о чем мы говорим, это прописано в этом документе. И вопрос в том, чтобы в бюджетном процессе были выделены хотя бы, мы понимаем, что бюджет будет сложный, хотя бы минимальные необходимые средства для того, чтобы эта программа начала реализовываться. То есть в 2017 году эта программа уже может быть запущена? Еще не факт. Не факт. А кто вас поддерживает? Вот депутатский корпус у нас 64 человека. Кто вас поддерживает? Сколько человек? Ну, скажем так, мы идем вот таким путем, достаточно, с одной стороны, сложным, с другой стороны, понятным, да, потому что, вынося на общее обсуждение, выходя к вам, журналистам, обсуждая это с людьми, мы, скажем так, хотим
чтобы как можно больше депутатов поняли, что это важно. Но на данный момент сколько депутатов понимают, что это важно? Треть, четверть? Скажем так, никто нам не отказал. Угу. Это очень важно. Во-вторых, ни единого депутата не было. Да, все говорят, да, нужно, да, важно, и никто не говорит о том, что ни в коем случае это принимать не нужно. И это уже большая победа. Второй момент, мы хотим выйти за рамки медицинской проблемы. Почему, допустим, я То взял... То есть это может быть не заложено именно в расходы на департамент здравоохранения, это может быть в других расходах? Смотрите, есть с 2017 года по бюджетному кодексу программное целевое финансирование тех или иных вещей, которые хотят быть профинансированы из бюджета. И вот мы хотим, чтобы, принимая бюджет города, который запланирован на 2017 год. Некоторые больше, чем в этом году. По вот этим всем вещам, там очень много таких абстрактных вещей, на самом деле, по доходной части. И я сейчас немножко о другом хочу сказать. О том, что мы должны принимать программу, принимая бюджет. Чтобы принять программу, эти цифры были потом заложены в этот бюджет. То есть вот такая идет процедура. Мы должны обработать эту программу, проговориться профильной комиссией депутатской. Мы общаемся по этому вопросу с департаментом, через который будет идти финансирование. Через какой департамент будет идти? Здравоохранение. Есть понимание того, что программа нужна обязательно. Смотрите, понимание есть у всех. Еще раз повторюсь, нам никто не отказал. Но в силу определенных обстоятельств мы сталкиваемся с тем, что не до конца понятны механизмы и финансы, которые зайдут на эту программу. Ну, как я понимаю, Иван сказал, что это приблизительно 23 миллиона гривен, если сравнивать с другими областями. То есть я не берусь говорить, что именно столько Днепру нужно будет, но тем не менее, вот этих вот пока еще заложенных 16 миллионов, ну, никак не хватит, я так подозреваю, потому что это же не одна программа, у нас еще есть здоровье нации. Смотрите, мы уже не первый год говорим о том, что там образование, культура, медицина, они все время финансируются по остаточному принципу. Экология. Экология, она вообще там 46 тысяч запланировали на очистку русла Днепр. Вот. И это же когда-то надо как-то останавливать, надо действительно понимать, какие приоритеты на самом деле у нас и у наших горожан. Ну и какие приоритеты на данный момент? Если вот вы говорите, вы не сможете эту программу принять в 2017 Почему? Году. А, вот, все-таки сможете. Есть процедура. Есть процедура. Смотрите, для того, чтобы в бюджете появилась эта программа, появились эти цифры, которые мы видим в этой программе, мы должны принять программу, и мы работаем по этому поводу с депутатским корпусом, и будем апеллировать к бюджетной комиссии, апеллировать к финансовому департаменту для того, чтобы эти деньги, эта программа оказалась в бюджете. Это будет просто второй этап. Иван, а сотрудничаете ли вы с областной властью для того, чтобы на уровне области тоже эту программу внедрить? Конечно, но это как бы этап, следующий этап. Насколько я знаю, региональное отделение сети людей, живущих с ВИЧ, они проговаривают этот вопрос. Собственно, этот этап, он у нас предусмотрен уже, наверное, в следующем году. Надо начинать с чего-то относительно небольшого и конкретного, да, потому что мы понимаем, что если говорить об областной программе, да, то там главная проблема, и эта проблема существует уже больше 15 лет, это проблема строительства хосписа или оборудования хосписа как такового отдельного. И на самом деле там на это требуется значительный ресурс. И для этого, кстати, очень важно работать с международными организациями, программами, как это сделали в Харькове, как это сделали в Ровно. И на сегодняшний день мы хотим, чтобы наш департамент здравоохранения также повернулся лицом к международным организациям и начал в этом направлении работать. И гражданское общество, и депутаты готовы в этом помогать, развивать эту ситуацию, чтобы можно было эти средства. В Ровно построен хоспис был фактически за деньги международных структур. Да, пожалуйста, Александр. Дополняя слова Ивана, и знаете, как будучи депутатом, будучи человеком, который обсуждает общие деньги, да, на бюджетной комиссии, как ими правильно распоряжаться. Общие деньги, деньги налогоплательщиков. Налогоплательщиков, да, и хочется сказать, что не приняв эту программу, мы не сможем, скажем так, долучать софинансирование международных организаций, которые на этом специализируются, могут поделиться своими методиками работы с больными, с их родственниками. Плюс они готовы дофинансировать и принимать
активное участие в каких-нибудь там инфраструктурных проектах, в каких-то целевых фондах и так далее. И если встать на место президента этого фонда или этой рабочей организации, они смотрят, если в этом городе нет программы, город сам не готов заботиться о своих жителях, каким образом мы готовы тогда финансировать. Вы говорите о том, что международные организации сюда не зайдут, пока не увидят, что здесь есть программа. Чего? Конечно. Да. Конечно. Хорошо, давайте отойдем от этих назовых абстрактных вещей заранее. Прошу прощения за это, но тем не менее, давайте перейдем к цифрам. Иван, вы на пресс-конференции заявляли, что невозможно посчитать, сколько людей нуждаются в паллиативной помощи. Значит, ситуация? Есть какие-то койко-места или что-то? Дело в том, что вопрос данных, угу, это вообще самый важный вопрос в системе медицины города Днепр. Да? То есть нам на тот момент власти готовы говорить только о людях, которые онкобольные на четвертой стадии и находятся на учете. Угу. Да? Но формулы, которые, собственно, прописаны в том числе в нормативно-правовых актах Министерства здравоохранения и интегрирован туда из актов Всемирной организации здравоохранения, говорят совершенно о другом. Говорят о том, что, по сути, онкобольных, которые требуют помощи, 7-8 раз больше. Угу. И, собственно, сейчас вопрос, в принципе, собрать информацию о них, собрать информацию об их родственниках, чтобы точечно, четко и правильно представлять эту помощь. Хорошо, вы говорили о том, что нужно построить хоспис, но это необходимо. Тогда на сколько людей его рассчитывать? Как вообще это может быть просчитано, с учетом того, что люди не находятся там постоянно? Смотрите, в нормативно-правовых документах Министерства здравоохранения указывается, что на такой город, как Днепр, должно быть приблизительно 100 паллиативных хосписных коек. У нас сейчас 10. Собственно, все, что все этим сказано. Вопрос просто в другом, что сейчас меняются приоритеты. Да, мы встречаемся с нашими международными партнерами, буквально я 2 недели назад с ними общался, и они ориентируют нас на то, чтобы эта точечная помощь, она прежде всего оказывалась с теми, кто находится дома. Сколько стоит такой хоспис приблизительно? Опять же, я понимаю, что вы не можете сказать точно. Я, собственно, там в сентябре узнавал, есть идеи некие, по крайней мере, были такие идеи, в облгосадминистрации, и они просчитывали, это десятки миллионов гривен. Десятки миллионов гривен. Я думаю, да. Потому что я просто... Я не знаю эти цифры, потому что на самом деле тот момент был момент просчета, да. Мы же понимаем, что его нужно правильно оборудовать, да. Если, опять же, какая формула была найдена? То есть в одной из больниц там взять корпус или заново выстроить. Это же очень разные совершенно схемы, разные совершенно расходы, да. Но необходимо 100 мест. Да. По нормам. Опять же, смотрите, по рамкам, которые есть в Министерстве здравоохранения, есть Всемирная организация здравоохранения, то я же говорю, что сейчас все-таки нас ориентируют, и мы ориентируемся на то, что эта помощь должна быть точной. Алла Владимировна, насколько, исходя из своего опыта, насколько нужен такой хоспис, в принципе, людям, с которыми вы встречались? Это очень хорошее дело, потому что когда семья не знает, что делать со своим больным, со своим родственником, то тогда хоспис, он бы помог людям. Есть люди же ведь совсем одинокие, которые вообще получил болезнь, сделали операцию, все, и он остался сам на сам. Поэтому, когда люди уже находятся в хосписе, там есть и общение, и уход за ними. Поэтому я не понаслышке, потому что у меня родители тоже были онкобольными, и мне пришлось за ними ухаживать. Это тяжелый труд. И поддержка, и
все то, что я могла сделать для них, и для потом уже из этого опыта я могу уже это переносить и людям, с которыми общаюсь. Алла Владимировна, вы принесли с собой некую картиночку, которую вы нам показывали еще до того, как начался эфир. Вы проводите арт-терапию даже? Тоже у нас проходит и арт-терапия на наших школах. Ну, у нас в мае месяце Покажите, да. Была такая у нас Татьяна Анатольевна Горькавая. Знаем такую, конечно. Вот. И с тех пор получилось так, что вот рисую, раздариваю потом своим друзьям, знакомым. Ну и людям, которые общаюсь с ними. У нас есть телефонный звонок, я предлагаю послушать. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос. Здравствуйте. Я очень хотела бы узнать, почему в нашей области, в городе у нас не существует никаких льгот по оплате вот коммунальных услуг для инвалидов, допустим, второй группы, и, да и первой, наверное, тоже. Почему это у нас вообще, у нас такого в городе нет? Ну, тут скорее будет размышление. Спасибо за вопрос, Александр, если можете. Почему? Ну, всех призывают оформлять субсидии, собственно. Да, это один из вариантов, который... Ну, и вот все вопросы, связанные с льготами, это уже компетенция депутата Верховной Рады, поэтому это вопрос уже больше к ним. Ну, то есть горсовет на местном уровне не может принять как льготы какие-то для инвалидов? Смотрите, важно не только принять документ, но важно его исполнить. Если мы говорим о том, что есть некий предел финансовых возможностей, да, городского бюджета, тогда, может быть, имеет смысл делать точечную, правильную помощь конкретным людям, которые в этом нуждаются. Потому что есть разные люди с разным и финансовым, и социальным состоянием. И поэтому вот так вот делать все время какие-то льготы, это очень сложный вопрос, и поэтому это не только в компетенции. То есть вы все-таки говорите, города, что это решается на уровне Верховной Рады. Конечно. И местные бюджеты на такое не пойдут? Бюджет может быть там оказать социальную помощь. Вот. Депутат может оказать социальную помощь. В который раз, да, этот вопрос поднимается. Есть отдел социальной защиты, и уже люди пускай таким образом предлагают, помогают. И я думаю, сейчас Александр высказался как депутат. Иван, пожалуйста, ваше мнение по этому поводу. Опять же, следуя опыту там, международному и тех практик, которые я лично как бы занимался, да, что я думаю, что нужно исходить от обратного. Нужно сначала посмотреть, а как были потрачены средства бюджета прошлого. Да? Потому что мы видим тендеры, мы видим, сейчас тем более у нас это делать гораздо легче. Есть прозора, да, например, можно все посчитать, посмотреть, сравнить цены. И, собственно, увидеть, да, как бы, где... По каким ценам это покупалось, да, по каким ценам это все происходило. Вы говорите, провести аудит, грубо говоря, и увидеть. Ну, смотрите, это же на самом деле все не так уже трудно. Вот мы, когда у нас была большая международная встреча в Кыргызстане, да, буквально, мы там за 3 дня буквально, да, разработали вместе с программистами, там были программисты, да, в том числе и представители программы «Прозора», да, программу анализа цен на лекарства, которая, я думаю, сейчас происходит в Министерстве экономического развития, дискуссии по этому поводу, и в Министерстве здравоохранения тоже, которая, я думаю, что сейчас будет запускаться. То есть задача главная такая – посмотреть, какие цены. Потому что мы на сегодняшний день просто вручную, когда забивали данные, да, там по морфину, например, это, собственно, средство, да, то мы заметили колоссальнейшую разницу в ценах. И буквально в одной области, в Донецкой, например, да, там морфин, амапон, да, трамадол закупались там с разницей там, в 50%. То есть вы сейчас пытаетесь сказать, что если все делать экономно и действительно по ценам, конечно, то можно будет выделить деньги и на программу. Конечно. И это важно, важно по всему бюджету посмотреть. Абсолютно. А что же там, на что там выделяются деньги? Потому что мы как бы видим цифры, но не до конца всегда понимаем, а что же за ними стоит. Да? А в то же время есть реальные проблемы, которые не решаются десятилетиями. Десятилетиями не решаются. И о которых даже не начинают задумываться, вот на том примере, который вы приводили с самого начала. Да, да. И при этом мы на одно и то же и выделяем деньги.
и просим деньги у международных партнеров, международных организаций. И они выделяют эти деньги. Ну сколько же можно? Наши международные партнеры, наши европейские партнеры начинают задавать вопросы. И эти вопросы задаются каждый день, при каждой встрече, каждый раз. Если мы сейчас хотим как бы налаживать взаимовыгодное, эффективное сотрудничество, становиться нужно частью... Нужно рационально использовать деньги. Нужно просто следовать стандартам цивилизации. Алла Владимировна, вы встречаетесь с пациентами. Вот вы назвали уже те вопросы, которые они задают вам. Почему это случилось со мной? А вот все же, на каком месте у них стоят вопросы по поводу того, что лекарства все-таки дорогие? Часто ли они задают вопрос, есть ли какая-то государственная программа, которая бы им помогла, хоть как-то бы облегчила им хотя бы в финансовом плане жизнь? Задают и такие вопросы. То есть, в принципе, принятая программа, которую предлагает Иван и Александра, она бы облегчила жизнь? Конечно, бы облегчила, потому что, если говорить, что если есть семья еще может помочь собрать эти деньги, которые нужно на то или иное лекарство. А если человек одинок, если он, то обязательно эта программа, она будет работать. Но почему-то всегда забывают про таких больных, которые нуждаются именно в этом, в этой помощи. Ну, Иван утверждает, даже не вспоминали еще даже долгое время, в принципе, как-то замалчивали. Не могут даже посчитать количество людей таких. Александр, пошагово, что нужно сделать, чтобы эту программу приняли, проголосовали и, собственно, начали выделять деньги уже людям? Ну, смотрите, это я говорю вот формально юридический процесс, который происходит. И в самой радужной перспективе. Да, оптимистический прогноз. Оптимистический прогноз с юридическими нотками. Да, о том, что на ближайшие... Ну, мы обсуждаем эту программу в профильной комиссии по здравоохранению. Куда вы не входите? Ну, я депутат, и я могу прийти с дурачьим голосом, присутствовать на заседании любой комиссии, да, и выступить с любой инициативой. И я надеюсь на то, что то заседание, которое было на бюджетной комиссии, уже дало некий резонанс. Мы привлекли внимание и других представителей депутатского корпуса и надеемся на понимание. Да, к программе, к конкретным вещам есть вопросы у специалистов. Мы это не отвергаем и готовы корректировать эти все замечания. Ну, готовы ли проголосовать, чтобы вот давайте по юридическим моментам. Я дальше иду. Да, вот идет комиссия. Если мы находим понимание, следующий этап – это сессия, на которой должна была приняться программа. И мы в бюджетном процессе, понимая, что под эту программу есть голоса, закладываем средства в бюджет. То есть сначала принимаются программы, второй этап – это принятие бюджета. Потом уже можно корректировать. Потом эти деньги направляются в департамент, да, и уже департамент является главным распорядителем этих финансовых средств. Ближайшая сессия 1 декабря. Будет ли туда уже вынесена программа? Я приложу все усилия для того, чтобы эта программа оказалась на сессии. Готов встречаться со всеми коллегами, объяснять и доказывать, что если кому-то что-то непонятно, почему она нужна нашему городу. Иван, верите ли вы, что в ближайшее время в нашем городе появится такая программа помощи таким людям? Я вижу позитивное отношение. Я вижу к тому, что в городе среди депутатского... Вы прям как экстрасенс, я вижу. Нет, ну смотрите, как бы, я же не могу сейчас вот, ну, не... Ну, верите не или зная, верите, ну... Не зная, как бы это... Смотрите, конечно, я верю. Я верю в то, что все-таки вот гуманность, цивилизованность – это основа, ну, принципов, по которым живут наши, собственно, депутаты и чиновники. И они видят не только вот какие-то узкие, ну, собственно, проблемы, да, а видят, что вокруг люди, они нуждаются. Да. Я надеюсь на то, что вот именно эти принципы, они возобладают, нас услышат, увидят важность и найдут возможности, ведь вопрос в том, что если человек не хочет решать, он ищет причины. А если он хочет, он ищет возможности. И возможности всегда есть. Тем более, я думаю, что люди, которые как бы у нас... Тем более с бюджетом 9 миллиардов гривен. 11 же уже обещают. Уже 11? Обещают. А еще с повышением зарплаты, может, еще больше будет бюджет. Или не факт? Но... Очень интересно узнать действительно выполнение бюджета, потому что поэтому есть большие вопросы. И второе, сколько переходить будет денег с этого года на следующий. Отож, сподіваємося, що дійсно медицина розвиватиметься, а наші гості запевняють, що новим програмам з охорони здоров'я бути. Я бажаю всім приємного вечора та гарного настрою. До зустрічі!